Рособорнадзор утвердил методические материалы по организации и проведению единого государственного экзамена в 2014 году. Документы размещены на сайте ведомства, а также на официальном информационном портале единого государственного экзамена. Там же можно найти и информационные материалы компании ЕГЭ-2014. Это плакаты, которые можно использовать в оформлении класса, стенгазеты или пункта проведения экзамена, а также видеоролики и видеоконсультации по предметам. По словам Сергея Кравцова, главная задача, которая стояла перед нами, это если не снизить уровень эмоционального напряжения, которое создается в СМИ и в обществе накануне ЕГЭ, то хотя бы защитить от него учащихся. Самый эффективный метод для этого – сорвать пелену домыслов, тайн и мистификаций. Ребята должны знать, как проводится экзамен и как к нему готовиться. Должны знать свои права, уметь защищать себя от нарушений и от фальшивых соблазнов.